Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! Наша история с перчиками карри – это таксы, семья такс, которая сначала к нам приезжала на плановое УЗИ, потом приезжала на второе плановое УЗИ, потом были роды, а сегодня они приехали на первый осмотр щенков. Поэтому наша история продолжается. Пожалуйста, смотрите и ставьте лайки. Всем спасибо! Добрый всем день! Кто наблюдает за многосерийным фильмом под названием «Перчики карри», вот карри после родов, вот перчик, вот владельцы, и кто там у нас? И маленькие щеночки на первый осмотр приехали к доктору, поэтому идем на первый осмотр. Наши малыши приехали, два сыночка и две лапочки дочки. Имена есть уже? Нет, пока одного только знаю. Точно. Пока еще имен нет, поэтому, может быть, кто-то хочет таких вот маленьких таксят, пожалуйста, звоните. Я порекомендую лучших, даже не знаю, как сказать, заводчиков такс. Поэтому историю вы нашу знаете, видели, помните. И вот сегодня продолжение. Так, вот такой у нас первый осмотр. Вот такие вот малыши-чебальчиши. Карри, перчик, папа перчик, Виктория, значит, все на месте. Так, сейчас мы сегодня будем обрабатывать, им сегодня месяц, обрабатывать отблок, глистов и клещей. И подготавливать их к вакцинации, которая будет ближе к 2 месяцам. Вот такая вот сегодняшняя наша история. Хорошо. Значит, мы сегодня их обработаем таким вот препаратом. Он называется Силафорт, действующее вещество силомектин. Самый безвредный препарат за последние 10 лет. Если собачка их слизывает или кошка, отравления не будет. Препарат работает от кишечных глистов, сердечных глистов, подкожных клещей, ушных клещей и сердечно-легочных глистов дирофилярий. Поэтому это подготовка перед вакцинацией будущим владельцам. Метод нанесения простой, капается в колку. Раз, и так каждого. Так. Пробиваем. Так, закапали. Теперь следующего. Если вдруг они друг друга оближут, мы можем не волноваться по поводу этой процедуры. А нам можно трогать? Желательно 30 минут не трогать и по инструкции 2 часа не купать. Угу. Через 2 часа препарат всасывается в кровь и можем его купать, он уже не смывается. Вот такая обработка. Да? Да. Так, значит, после родов мы осмотрим молочные пакеты. У собачек 5 молочных пакетов с одной стороны и 5 молочных пакетов с другой стороны. Наличие уплотнений, маститов, лактостазов. Все хорошо. Кормит хорошо, молочко есть. Все на 5 баллов. Спасибо вам. Вам спасибо. Хорошего дня. Спасибо. И до новых встреч. Спасибо. Да, удачи. Перчик карри, машину. А ну покажите, как вы. Не, карри не хочет. Наша история с перчиками карри и с их малышами продолжается. Поэтому, как только будет новая информация, будет новое видео, и, пожалуйста, смотрите и любуйтесь ими. Всем спасибо и хорошего дня.